Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, идем на ежедневки. Разыграйте 3 гриба, вытяните дополнительную карту и нанести 30 единиц урона растениям-героям. Так, ну, насчет грибов, ребят, наверное, я думаю, сразу все догадались, куда я клоню. Конечно, я клоню на наш ночной колпак. Давай посмотрим, что за колода у нас здесь на ночном колпаке. Ночной колпак, ночной колпак. Ну, блин, ну давай попробуем. Давай попробуем этой колодой сыграть. Разыграть 3 грибочка, да, нужно? Твою кикимору. Великанусу подсунули мне с водоборами. Не очень, конечно, мне это нравится. Но да ладно. А вдруг что-нибудь да получится. Ну, если я вот так поставлю. Валуном сейчас или чем-нибудь бомбанен, да? Какой-нибудь заклинашкой. Ну вот. Вытянутые карты будут стоить вообще копейки у него. Как тебе такой расклад? Поехали. Хорошую карту вытянули, но... Ну, когда ее реализовывать, без понятия. Так, зомби-астронавт. Нисколечко я этому не удивлен. Угу. Погнали. Кого сдуем? Отлично. Поехали. Блин, знаешь, что самое обидное? Что сейчас у него сработает защита. И вот это хуже всего, когда зарабатывает защита, блин. Телепорт. Блин, почему у меня не выпадает ландшафт? Я бы уже давно бы поставил бы. И этого не могу, да? Влепить. Ну что, сейчас опять у него там сработает защита. Вот, сейчас будет шаманить тебе. А там что хочешь, можешь выпасть. О, видишь, например. 3 единицы урона. Понятное дело, сразу не срабатывает это. Гриб. Гриб нам выпал. Смотрим, что он сейчас будет делать. Значит так. Значит так. Гриб-гриб. А этого можно туда, да, поставить, получается. Ну, давай сделаем так. К примеру. Такое ощущение, что он что-то задумывает. Что-то он взял. Либо защиту, либо отхил. Что-то есть у него там. Заклинаний у него целая куча. Он может ландшафты тут повставлять, все, что хочешь. Ага. Зомби сейчас, наверное, какого-нибудь сюда влепит. Угу. Еще утворяет. Вот как. И кровожадность. Так, ребят, ну что? Вот хуже не придумаешь. Вот сейчас, вот в данный момент, ну хуже, блин, не придумаешь, ребят.
знал даже, как что делать. Смотри. Это ты, конечно, хорошо придумал. Раз. Три и три, да? Погнали. Ну, тут уже не имеет значения. Все, одна хпшка, ребята, выставляем сейчас любого. Ну, вот это вот, выставим и все. И вот так вот. Так, ну что, три грибочка мы разыграли. А что от нас требовалось? Так, три гри... А, мы еще и вытянули дополнительную карту. Ну да, у нас же галактическая фасоль была. А теперь нанести 30 единиц урона растениям героям. То есть это я должен играть за зомби. За зомби я должен играть. За мех. Дай-ка я посмотрю, что у тебя там за колода. Колода как бы и хорошая, и в то же время нехорошая. Странно интересное. А зачем мне вот... Зачем мне вот столько вот этих всяких непонятных? Что мы можем здесь? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Не знаю, что из этого получится. Попробуем, ребят. Посмотрим, на что мы тут. Ну что, этот орех... Этот орех, скорее всего, на хилах, ребят. Скорее всего. Ну давай вот так вот начну. Я пока не буду здесь особо ничего расставлять. Хотя буду. Возможно, он будет хиляться потом, конечно же. Ну что, ты будешь орех ставить сюда на прикрытие? Или солнечным ударом? У него же есть, по-моему, да? Или что у него там есть? Защита. Защита. Выставляет орех. Ну да, удар, по-моему, у него есть. Вот как он начал. Зачем он его поставил на воду? Чтобы сделать эволюцию, да? Скорее всего, для этого. Этого, наверное, пока трогать не будем. Как меня... Блин, по одной так и делаешь. Офигеть, как моментально у него набирается вот эта вот фигня. Ну что у него там? Сейчас хил, защита, может быть. Я... Да все что угодно. Абсолютно нечего мне тут ставить. Странно. Че он там копит, я не знаю. У него на хилах, я тебе говорю. Он ждет, ребята, выжидает время. Вот смотри, стоит только вот этого парня поставить, и сразу у него что-нибудь да найдется. Вот. А я тебе о чем говорил? Сразу у него что-то нашлось. Так, ладно, это нам пропустим. Твою налево, я только хотел, думал его... Все карты мне спутал, а? Представляешь?
Че, я ничего не могу сделать здесь. Только вот этого уничтожить. 3, 5, 8. У меня там со здоровьем вообще фигня получается. Пипец, блин. Сейчас хильнется. Хил-то наверняка заработал. Ну как тебе такой расклад? В любом случае мне здесь уже никак. М-да. Трэш. Трэш, ребята. Думал, сейчас добью. Ну, видишь, добить не получилось. Так, сколько нам еще там нужно нанести? Да фига, да? Мы ему нанесли... Опять? Ну что вот это вот такое вот? Твою налево этот. Ну этот опять тоже, ребят, на хилах. Больше чем уверен. Больше чем уверен. Так, ландшафт, я думаю, пока не стоит, да, выставлять. Да. Ничего не выпадает. Так, ну ему крышка, если он, конечно... Да твой орех тебе не поможет здесь. А, он его сейчас... Твою налево, блин. Вот так вот приходится тратиться. Вот так вот сделаем. Ну, правильно, он ничего не боится, потому что у него хил. Давай сюда вот так поставим теперь, посмотрим. Он должен рано или поздно среагировать. На кого-нибудь у него должна быть реакция. Вот, видишь? Зашевелился, ребят. Зашевелился. Сделаем. Давай вот так вот. Он знает, да? А, нет, не сработало. Я думал, что у него сейчас защита сработает. Че, столько заклинашек себе там взял? Да не поверю я. Возьмет защиту, скорее всего, сейчас он. Слушай, я, наверное, пока не буду ничего делать. А вдруг у него есть уничтожить всех зомби на земле? Ага, вот у него все. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай так сделаем, посмотрим. Да. 4 единицы урона. Ну да. Как вариантик, давай сделаем. Бомбанем.
Давай так вот поставим. Кактус, кактус. Ну вот, ребят, ну как вот? Как ты тут будешь играть, блин? Будем смотреть, что он там. О, смотри, у него стенорех. Серить. Ребята, ну пипец просто. Набрал этих алоэ всяких и начал тут. Я еще до сих пор не нанес урона. Зымех, ты уж извини, но как-то вот не катит. Не получается у меня с тобой. Попробуем... Бесячество. Я офигею, орех. Я раньше вот не помню, что какие-то у меня были проблемы именно с орехом. А тут что-то вообще какая-то непруха. Я давно заметил, что игра, даже вот когда я один играю, ребят. Ну, я имею в виду не то, что один, а без... Ну, не снимаю. Там такая же самая политика идет. Попробуем так сделать. Угу. Ореховый хлыщ, да? Сюда, почему сюда не поставил? Не совсем, конечно, ясно мне это. Ладно. Блин, там тогда нанесет урона мне дофища. Пам-парам-пам-пам. Давай сделай вот так и вот так. Крокодил. Самое это противно, что крокодилочка мы с тобой не уничтожим. Если у него сейчас по земле два урона будет. Тоже неприятно, вытягивать две карты. Есть у него чем уничтожить? Бесенка. А, у него же там есть, по-моему, бонусная атака. Он же может выставить и сделать бонусную атаку, насколько я помню. Упс. Сдался. Так, ну что, мы выполнили нашу поставленную задачу, да? Сделали, друзья. Ладно, давай еще разочек сыграем, наверное, за бесенка.
Да, раскатал меня, конечно, орех очень круто. Меня то роза раскатывает, то орех. Не, вру, ребята. Орех вот меня вот в этой игре именно раскатал. Два раза причем. Такс, вытягиваем две карты. Сундук. Если я поставлю этого... Ну, я не знаю, я, конечно, могу рискнуть. Давай посмотрим. Такс, я понял. Намек понятен мне. Так, и хилочку, да, врубит. Придется использовать вот это. Или как? Или мы все-таки сделаем... Давай вот так вот сделаем. Стоит ли давать ему ш... Блин, я не знаю. Пропущу я ход пока. Угу. Теперь он вот так вот вытворяет. Интересно, могила... У него наверняка есть могилоед. Пускай там выставляет, что хочет делает. Сейчас все пойдут ко дну. Угу. Угу. Все. Поехали. Замечательно. Давай, наверное, вот так сделаем. Роза. Да куда ты, что ты делаешь-то, ёк-макарёк? Давай, поехали. Сработает опять защита, как всегда. Цветочки-то он свои все равно ведь расставит, да? Сейчас будет расставлять цветочки. Ну, не зря же он розу эту взял, я так понимаю. Вот. Фул хп себе сделал. Поехали. Слушай, ну он ведь не просто так поставил ландшафт, да? Не просто так. Сейчас будет отхиливаться. Oh.
Так, ищет. Ищет растения, ребята. Или хил дополнительный. Я так и думал. Ага, пошел, поехал. Так, давай защита, срабатывай. Так, ну у него может быть еще такой росточек, поэтому сейчас он, если второй раз заюзает, то раскатает. Серьезно сейчас? Ты, блин, сейчас серьезно? Все, ребят. Блин, опять повезло, а? Давай так, наверное, сделаем. Зачем так делать? Не знаю, ребят. Если у него сейчас хоть какой-то хильчик найдется, все, ребят. Любой там. Почему у меня у безумия, у бесячества нету ландшафта? Вот что меня сейчас интересует. Ну все, крышка. А, нет, не крышка, ребята. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну давай вот это вот. Поехали. Мне даже нечего поставить. Никакого заклинания нет, ты понимаешь, в чем дело? Это он сейчас хильнется, понятное дело. Бонусную атаку проводит. Оу, все. Хотя подожди, почему все? Не все пока еще. Сейчас какое-нибудь заклинание уничтожает зомби с наименьшим количеством здоровья. То есть вот этого. Все, ребят, сейчас, не знаю, либо-либо. Остается только наблюдать, что у нас тут получится. Все, теперь файл. Ну ты посмотри, у него, блин, прочер был, а? Ну тут что тут? Что тут можно сказать? Нет, тут уже ничего не поможет. Почему у меня ландшафта ни одного нет? Вот это меня больше интересует. Прочерк, ты понимаешь, у него оказался прочерк. Не что-нибудь. Вот как вот здесь можно, ребята, именно на последних картах. Ну и вы хотите сказать, что это вот он так оставил карту себе? Да хрен там. Два ландшафта есть, ёпрсоты. И ни один не выпал. Просто ни один мне не выпал. Ни один ландшафт, ты понимаешь? Ни один твою налево, блин, ландшафт мне не достался. Колода какая-то странная, если честно, тут. Непонятная. У него, кстати, можно, по-моему, у бесенка сделать нормальные колоды на пиратах. Слушай, по-моему, та же самая, да? Давай еще разок сыграем. Давай еще разок сыграем. На 48-м этом застрял, и все, и не могу, ребят, ни перейти, ни упасть. Отдают нам бета-каротин.
Зачем мне, блин, два подарка-то, ё-моё. Сейчас заодно проверим на заклинание, если у него есть этот чувачок, который перетягивает. Да-да-да-да, он у него есть. Ну, ребят, ну, чё я только не начинаю делать? Все, все сразу против меня идет. Я ничего здесь не буду сейчас делать. Че, хочешь сказать, чтобы я выставлял вот этого... Давай проверим. Сможет он ли как-то противостоять здесь? Видимо, не смог. Так, ну что, теперь момент истины, поехали. Ну, кактус. Чувачок не успел там никуда убежать. У нас, я так понимаю, на воде нету, да, никого? Так, что у нас тут? Два бесенка. Давай сюда, на воду, пожалуйста, на воду поставь. Уже приятненько, что хоть что-то получилось. Так. Так, ну что, этого мы бомбанем, да? Через молнию. Через молнию мы бомбанем. Так, этого мы можем спрятать в надгробие. Ну, давай сделаем вот так вот. Угу. Ну и прекрасно. Стоит ли вот здесь вот... А вдруг у него могилоед есть? Да шиш с ним. Поехали. Заклинаха, да? Прикинь, сейчас у него, оп, уничтожает меня надгробие. Будешь сидеть тут, волосы на голове рвать. Я знаю, что у него заклинашек-то должно быть дофига. Шаманство у него должно быть. Что еще там может быть? Или прикинь, он сейчас возьмет его, перетянет сюда. Он взрывается, уничтожает. Ты видел? Ты видел? Ты видел? Ребята, вот. Вот об этом я и говорю.
Вот именно об этом я и говорил, ребята, что... ладно. Как ты видишь, у нас есть вот такая вот карта. Надеюсь, что-нибудь путевое вылезет. С одним хп, ребята. С одним хп я остался. Арбуз. Отлично. А вдруг у него... А вдруг опять могилоед? Так, если у него могилоед, там тогда в любом случае карантином. Ладно, сделаем вот так вот. Блин, я даже не знаю, ребят, рисковать или нет. Посмотрим. Сюда, что ли, хочешь бросить? Фу, повезло, друзья. Я уже весь в напряге. Но он понял, что вот этот нанесет ему урон. Тут даже если все, что у него сработает, этот же пробьет, у него сработает защита. Но там у него выпадет шаманство, скорее всего. Ну что, шаманство. Он даже не сможет использовать. И тот, конечно же, пробьет его с воды. Но все равно напряженно было. Вот она, Роза. Прибежала. Стоило только про нее тут поговорить, она тут как тут, блин. Кикимра, а? Если, ребята, она на хилах будет, это все. Это бесполезно с ней драться здесь. С этими алоэ вера. Потом она начнет выставлять вот эти, которые мое применение моей магии увеличивают там 6 раз. А у Розы 100% будет. Правда, она не 50-го ранга, но все равно. Так, удачи в Женевках, ты классный. Спасибо, косой. Там точно косой? Или косол? Там, наверное, косол все-таки. Он же мне тогда говорил, что это косол. Ну что, я могу вызвать вот этих двух дурачков. Бесят этих. А если она на заморозках работать будет? Щекотливое такое, знаешь. Щекотливая, так сказать, вот ситуация, ребята. Прям вот до чего щекотливо, что нет слов у меня. Роза, как всегда, будет сейчас жевать сопли. Как всегда, до последнего обдумывать, до покраснения потом выставлять или пропускать ход. Две бочки, то, что две бочки выпало, это, конечно, хорошо. А у нее же могут быть еще и патиссоны, которые запрещают использовать заклинашки. Ты понял, да, про какие патиссоны я говорю? Что-то, ребят, не то. Ну, бывает такой сброс или еще что-нибудь. Такое бывает. Так, ладно, продолжаем бомбить. Это так, это не считается. Это не считается. А когда у нас сезон-то заканчивается? Кстати, я не посмотрел. О, на чем? На грибах, что ли, будешь? Или на этих клананасах? Или на молекулярке? Она может на молекулярной этой кухне. Кухня, ё-моё, чё несёшь, Рэй? Какая молекулярная кухня? О чем ты, господи? У него наверняка есть подсолнечный удар. Подсолнечный удар. Ну, ты понял, солнечный удар, который дает ему... Ну...
Все так предсказуемо. И все равно я делаю. Ну, ребят, ну а что бы я себе не делал? Вдруг бы у него не было бы. Не знаешь же никогда. Погнали. Сейчас посмотрим, что выставит. Ну, естественно, у него 3 энергии. Сейчас будет выставлять. Упс. Слишком ты как-то быстро, парень, бустанулся, я тебе скажу. Кого ты там, интересно, сейчас хочешь? Чего? Да. Так, Фриш Старк, здравствуй, здравствуй. А что он хочет сделать-то? Я что-то не пойму, ребят. Ну, если он даже поставил ты, да. О, молодец. Все на этом? Или еще какие-то будут у тебя пожелания? Нет, никаких пожеланий, ладно. Погнали. Так, терновый куст, да? Конечно, терновый куст. Что же может быть еще, друзья? Возьми так. И вот так. Значит, этот подсолнух у нас на хилах. Ну, тут сработает защита, понятное дело. Два бесенка. И еще одна защита, да, сработала? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Стоит ли ставить? Стоит, ребята, потому что иначе потом мне крышка будет. Погнали. Всех под откос. Почему у него гриб 4-4, друзья? Да чтоб тебя ты... Все, хана, ребята. Утырок, самый настоящий утырок. Вот вы говорите, как играть
без легендарок. Ребята, вот так вот и играть. Вот видишь, невозможно победить легенд. У меня из легенд, если посмотреть, только одна, по-моему, карта нормальная, это вот это, все. Было бы их 4 штуки, или хотя бы вот этих 4 штуки, совсем другой бы расклад был, ты понимаешь? А у меня по одной карте. Нормальные колоды должны состоять из 4 карт. То есть, например, 4 хила, например. Ну, я имею в виду 4 одинаковых карты. То есть 4, например, дорожки, 4 цветка хила, например, там 4 легендарные карты и так далее. А не по одной в разносол. Невозможно, ребята, так сыграть. Есть тут специальные колоды. Есть специальные колоды. Так, опять гриб. Есть специальные колоды здесь, автоматически подобранные, именно которыми можно играть. Если у тебя не хватает определенных растений, эта колода будет неполная. Так вот, у меня нет ни одной полной колоды. Это так, чтобы ты знал. Давай поставим эту курицу. Беднягу. Тут 50-й левел, ребята. Тут даже не о чем говорить. Думаешь, я тебе дам, что ли, здесь спокойно плодиться? Сработает защита сейчас у него здесь. Опа, он уже лужачку, ребят, приготовил. А у меня лужачки шиш, да? А у меня лужачки-то и нету. Сейчас будет хиляться. Ладно, посмотрим. Он может поставить и защиту еще, не забывай об этом. О, как. И защиту, я так и думал. Предсказуемо, прям я не знаю, до каких, ребят, слов. Что это? Что это дали, блин? О, ох, как хорошо, ребята. Вот это действительно хорошо. Ну, понятно, что он начинает бомбить. Хотя лучше нам надо было... Ну ладно, фиксим. Да что такое, блин, когда нужны какие-то заклинания, их ни хрена нету, эти заклинания, ты понимаешь? Что вот он мне дал? Нахрен мне эти два танцора вшивых этих нужны вот здесь вот. Вот зачем они мне нужны сейчас? Пипец, блин. Ну что, у тебя там наверняка пузырь был. Пузырь. Ай, какой он довольный-то, ай, ты посмотри, подбил. Ой, молодец, блин, съешь конфетку твою налево. Ну, кого ты там выудишь? Нормально. Сейчас хиляться начнет, да? По-жесткому. Конечно, ландшафтики сейчас. Чук-чук. Блин, да не буду я ничего, наверное, пока умирать. Незачем.
Почему я... Почему он вообще не... А, ну чтобы урон не получить. Пиратики. Точнее, эти... Все. Это повезло, ребята. Вот я тебе о чем говорю. Вот если вот таких у тебя есть 4 в колоде, то ты можешь быть просто на расслабоне. А когда он у тебя один, и ты не знаешь, когда он у тебя выпадет, так как ты будешь тут играть? Естественно, ребята, весь на нерваке, на минджаке. Так, смотри-ка, у нас взгляд в будущее. Пойдем взглянем в будущее. Сразите заморозга, используя стратегическую колоду. Бабах. Могучие ягоды. Но вам нужно кое-что знать. Он начинает игру с секретным агентом. Он начинает игру с секретным агентом? Что это? Что это мне тут подсунули? Ладно. А раз это заморозка, значит он будет... Ну, как будет? Он может замораживать. Это что, друзья? Да, 4 в лицо получим. Ну, на следующем ходу мы уничтожим вот этого мелкого сопляка. Его убираем отсюда. Оп. И передвигаемся куда? Сюда. Твою налево, он еще и прокачивает этого, да? Себя. Хоп, защита. Спасибо. Вот так вот, пожалуй, сделаем. На будущее ему. Два и три, пять. Что, клубнику ставить? Монстр, блин. Смотри, что творит. Хоп. Это рикошет. Как тебе такой раскладец? Просто, ребята, замечательно расклад, да? Две клубнички, как сестрички. Он здесь, я знаю, что он здесь сидит. Поэтому вот так вот. Пускаем сам себя там апает. Что хочет делает. Но нам нужно будет прикрыться. Нам нужно будет прикрыться. Подожди, а что я делаю-то? Пускай там замораживает, что хочет делать. Как раз ему влетит по... Эй! Это уже, по-моему, перебор, друзья. Бомбануть или что сделать? Вот так вот сделаем. На, гаденыш. Ягоду поставим. О! Ландшафтик. Ну что, будешь замораживать? Нет, он ничего не стал, ребят, замораживать. Сейчас мои ягодки, ух, будут ему наносить урон. Смотри, пам, ну тут, сейчас заморозку. А, рикошет. Кого рикошет? На! Наивный малый, конечно, наивный.
Ох, друзья, сейчас будет. Блин, а подожди, что будет? Он же ведь... Он ведь может заморозить. Ладно, я поставлю. Уничтожили тотально. Он хотел... Да я понял, что он хотел сделать, ребят. Я это прекрасно понял. Все, этому ему не видать. Сейчас мы его тут раскочегарим. Ну... Есть. Это, кстати, была... как она называется-то? Фруктовая команда или что-то? Есть такая, ребят, колода у Бабаха. То ли фруктовая команда, я сейчас покажу. Если вот, например, мы выбираем Бабаха. Эта колода, вот, могучие ягоды. Она именно состоит вот... Видишь, кто здесь нужен? Три клубнички. Таких три клубнички. И все, и... Если ты успеваешь здесь выставить все как надо, тут просто, ребята, заворачивайте уши, называется. Разносит. Ну, опять же, как повезет. Может и не повезти. Завершить стратегическую колоду можно за 2650 кристаллов. То есть ты полностью, ну, тратишь, и у тебя полностью вот эти вот все ягоды, которые не хватает, будут здесь. И это касается любой. Вот война клананасов. Тут, смотри, сколько не хватает. Ну, понятное дело, 14860 кристаллов. Тут, извини, молекулярка нужна. Только 4 штуки молекулярки плюс 4 штуки хил-цветков этих. А почему только 2? Я не понимаю. Должно быть 4 же их. Ну, допустим, они тут решили, что и 2 достаточно. 14860 кристаллов. Это, конечно, очень жестко. А вот перестановка, я, ребят, не знаю, что это за колода. Такая очень... А, понял я. То есть ты постоянно перемещаешь карты вражеские, да, и, соответственно, вот этими вот теневиками наносишь колоссальный урон. Ну, соответственно, прикрываешься кукурузой. Это уже на более поздней стадии. А также здесь у тебя есть яблонька, которая перетягивает врагов к себе. Вот это растение тоже притягивает врагов к себе и наносит потом 3 единицы урона при уничтожении. Ну и, соответственно, двойная атака у... крокодила, то есть 8 урона. В общем, вот как-то так. А сколько стоит там завершить колоду? Ну, 5860 еще по-божески. То есть вот могучие ягоды быстрее и ближе к завершению. И так вот касается многого всего, ребят. То есть... И вот эти вот карты, колоды, они действительно, ребята, рабочие. Они действительно рабочие. Так что если у вас есть возможность, лучше составляйте эти колоды и будьте... выигрывать. Ну что, а на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.